Ты посмотри, Паша. Он даже не моргнул. Герой или сумасшедший? Если вы за Маузером, то не трудитесь, он разряжен. Позвольте, а где? Браво, Горбач. С удовольствием. Вы мне определенно нравитесь. Вы мне тоже. А теперь прикажите положить в ваш автомобиль 3 мешка пшеницы. Вы снова шутите? Нет, я не шучу. Посмотрите на мою правую руку. А теперь поднимите свои. Ну? Мне и моим друзьям терять нечего. Живыми вы нас не выпустите. А при малейшей попытке помешать мне, я взорву всех. Черт меня подери,